спаситель ходил по воде, и Андрей доставал из воды пескаря, спаситель погибших людей. И Андрей закричал, я покину причал, если ты мне откроешь секрет. И спаситель ответил спокойно, Андрей, никакого секрета здесь нет. Под ним десяток солдат, повеси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Но учитель на касках блистают рога.